Привет, братцы! Я счастлив приветствовать вас из Санкт-Петербурга, из офиса храма Джона Леннона, из центра Нутопии! Сегодня Новый год, сегодня рождественские праздники, сегодня великий момент жизни, когда сам Бог велел нам пообщаться, поговорить, выпить шампанского и работать, ибо высшая форма кайфа для меня – это работать над проектом храма Джона Леннона «Битлов» в Санкт-Петербурге. Чем я и занимаюсь уже 22 года жизни. Представляете, 22 года назад был открыт этот офис, Бог нам послал это помещение. И вот мы, я имею в виду храмовый комитет, мои друзья, просто моих друзей, которые понимают меня, этот проект и себя, конечно. Этот проект открывает нам бездну кайфа, бездну. И в этой бездне все мы вместе с Богом идем по направлению храма, который будет когда-нибудь на берегу Финского залива, в устье реки Смоленки на Васильском острове. Представьте себе, есть пророчество, через 7 лет мы увидимся в этом храме. И вообще я хочу поздравить вас, ребята, с тем, что мы живы. Чтобы мы пережили эти 50 лет кайфа, тотального кайфа, эйфорического, святого кайфа музыки, которую открыли нам Битлы, этой эпохи любви. В 67-м году было лето любви, я думаю, что эти последние 50 лет – это эпоха не только моего поколения, а всех людей на планете, которые врубаются, кайфуют и понимают, что происходит. Происходит великое наше единение под сенью музыки, происходит великое объединение душ и спасение человечества. И конечно, мы поем наши святые гимны «All we need is love», Gift is a chance, mind games, together and forever, let it be. Это наша музыка, которая forever. Это наша музыка, которая всегда будет поддерживать нас. И спасать, конечно, не только нас, а и нашу Россию, нашу несчастную Россию, и нашу неудачливую Россию, которая нуждается не менее, чем мы в этом храме. И вот, ребята, я... Как бы сегодня не только хочу не только хочу вам сказать Happy New Year, я хочу вам сказать Dig it. Can you dig it? Join us. Давайте продолжать вместе то, что мы делаем последние 50 лет. We can work it out, как спели наши мальчики. Надо помнить о том, что life is very short. Надо спешить. Рок-н-ролл – это скорость! Еще раз поздравляю вас. Happy New Year! Спасибо! Господа! А сейчас спешл номер нашей новогодней программы. Я прочитаю для вас, для Джоника, мои любимые стихи, которые я так редко читаю, и сегодня надо воспользоваться случаем, правда? Итак! О, как я счастлив, когда я выдыхаю и вдыхаю! Вот этот дух, вот эту жизнь, в которой я живу! И пусть все рухнет, пусть лампада счастья тухнет! Я буду жить, пока хоть капельку души я сохраню. Во мгле крутых небесных буч над черной крышей мироздания летит Святого Духа луч, и трепет входит в подсознание. Когда же это все придет? Когда раздастся звон храмовный? Наш храм восстанет из болот петербургских. Мир рухнет в клевость обновленным. Так рухнет же в клевость, братцы! Альтернативы! Нет! Шампанского! Happy Christmas! С Новым годом! Happy New Year!